дрожит. Неестественно, Хоскуна должна быть пропитана магией. Камни образуют треугольник, который влияет на ауру этого места. Это все это пустая. Не Ламберт же. Здесь пригодится глаз Нихалеты. Чародея. Язык архаичный, понятный. То есть в два камня надо ударить Игни, а в один Аарту. Запросто. Засохшие ветки, можжевельник или туя. Этот запах. Здесь росли какие-то травы. Серп изъеден ржавчиной. Это, кажется, огородик чародея из Каэрморхена. Усиленный магией, он действовал как теплица. До поры до времени. Можно попробовать настроить эти камни. Но для этого нужны хоть какие-то инструкции. В такой температуре за некоторое время здесь смогут вырасти даже экзотические травы. Семена. Волкобой, кажется. Ого-го. Да тут получился настоящий ботанический сад.